Третьей очереди Сургутского стадиона «Быть». Конкурс по выбору подрядчика для строительства административно-бытового корпуса состоялся. Закупку объявили в конце июля. Спустя месяц подвели итоги аукциона. Право возвести объект получила компания «Сургутстройцентр». На ее счету введены в эксплуатацию в нашем городе детские сады и школы. В торгах участвовали 4 претендента. Победители определили по наименьшей предложенной стоимости за объект. Это 143 миллиона рублей. От начальной цены контракта в итоге удалось сэкономить 3 миллиона. Проектная документация готова. В ближайшее время земельный участок, где появится новый корпус, изымут из состава стадиона и передадут застройщику.